В Дербенте завершился турнир промоутерской компании Selection of Warriors. В рамках бойцовского вечера жители и гости Южного Дагестана увидели 11 профессиональных поединков по правилам ММА. Своим выступлением в ходе главного боя вечера публику порадовал популярный боец Артур Гусейнов. Обо всем по порядку, Курбан Рагимов. Шамидхану Магомедову 22, из них лишь 3 он посвятил грэпплингу. Став двукратным чемпионом страны, спортсмен решился на новый вызов. Теперь он профессиональный боец ММА. Его дебют пришелся на турнир Selection of Warriors, где представитель буйнакского ДЦЦ одержал победу удушающим приемом. Мои друзья, спарринг-партнеры, тренер, именно к этому меня готовили. Поменьше ударов, побольше позиций, контроль и сабмишн. Так все и закончилось. Я поставил начало, наш клуб, иншаллах, будет выступать по смешанным единоборствам. У нас очень много талантливых ребят именно в буйнакском филиале ДЦ. И вы нас еще увидите. Турнир Selection of Warriors, в переводе с английского «Отбор воинов», проводится в 5-й раз. Соревнования призваны открывать новые имена в смешанных единоборствах. Здесь выступают как дебютанты, так и спортсмены, заявившие о себе на мировом уровне. К участию приглашены бойцы из стран СНГ, представители разных субъектов России, атлеты из ведущих клубов Дагестана. Сегодня у нас по счету считается уже 5-й турнир Selection Warriors. Я до этого проводил в Махачкале, в Каспийске, в Москве, во дворце спорта «Динамо» в Крылатском. Мы расширяем границы, мы будем и в Ростове, и в Санкт-Петербурге проводить. На сегодня мы проводим в городе Дербенте, чтобы здесь спорт не особо развит. Мы хотим и здесь, чтобы спорт развивался. В общем, турнир вообще нелегко организовать. И я бы хотел выразить благодарность моим старшим братьям Гаджи Гаджиеву и Муслиму Дахаеву. Для махачкалинца Мурада Магомедова поединок на турнире стал 6-м в карьере. Подготовка к нему была долгой и упорной, отсюда и положительный результат. Спортсмен из Дагфайтера завершил бой по-мастерски, выиграв болевым приемом на руку. Готовился долго, 3 сбора прошел, одни Хунзахи, Таиланде и Каспийский последний сбор прошел. Готовился у себя в зале Дагфайтера. Как получилось, так получилось. Обрати внимание, что он руки такие раскинутые у него руки. Я не знаю, почему-то подумал, он боксер и не стал с ним в стойке драться. И вот решил повалить его, и так получилось. Воля к победе, нокауты и красочные бои. Таким для болельщиков запомнился вечер в Дербенте. В основных поединках разыгрывались чемпионские пояса. Их обладателями стали Муслимбек Муслимов, Мурад Рамазанов и Артур Гусейнов. Последний одержал досрочную победу в дебюте встречи, одолев бойца из Киргизии удушающим приемом. Хотел бы сейчас поблагодарить, кто приехал сегодня. Не только за меня болели. Я никогда не отличался от других бойцов. И не считаю себя лучше холодным, потому что все бойцы одинаковые. Сильнее тот, кто тренируется. Следующий турнир организаторы планируют провести в конце года в Буйнакске, а уже в начале 2018-го в северной столице России, Санкт-Петербурге. Курбан Рагимов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Дербент.